Всем привет, с вами Бланк, это игра Rise of Kingdoms. Сегодня попробуем дуэль против Ричарда и Александра. Погнали. Ну тут, в принципе, что нужно от дуэли понять, то что если мы деремся до 70% хп, отступаем и берем опять новый отряд, то Ричард и Александр нам проигрывают. Если мы деремся, естественно, до упору, то у нас перестает работать третий навык Чингиза. И Ричард нас просто перехиливает. И он просто вывозит как бы за счет того, что у него больше пачка. Поэтому дуэли против Ричарда, как бы, поэтому я считаю бесполезными. Но тут мы видим, допустим, по этому предыдущему отчету, что мы воюем. Пачка у нас просела до 157 тысяч, там уже было отхилено 20. И даже при таком раскладе, допустим, по... При том, что у нас Саладин не фуловый, даже при таком раскладе до 157 мы немножечко ведем. Если мы будем драться строго до 70% и отступать, то Ричард Александр никогда нас не перебьют. Если, естественно, драться до упору, но в поле как бы нет ничего подобного, чтобы один на один с кем-то драться до упору. Ваша пачка просаживается относительно быстро, любую пачку сформят. Если нас не бьют, то, естественно, мы его перебьем. Если он нас бьет, мы его бьем, мы тоже его перебьем, потому что пачек будет много. Поэтому я отступил, хотел показать вообще, как происходит дуэль против Ричарда. То есть до 70% мы ее выносим, а дуэлей таких как таковых нет. Против кого мы воюем? Сейчас посмотрим. Это Рим. Именно пехота.
Поэтому следующий отчет вот такой вот. В принципе, на хилина получается. Ну, то есть он отхилил полпачки. Сейчас мы здесь увидим то же самое. То есть поначалу, естественно, как бы мы будем выигрывать. То есть мы видим, его сначала просаживаем первыми. Но под концовью как бы однозначно у нас перехилит. Да, если бы, конечно, был бы еще Саладин фоловый, отчет был бы куда лучше, но до 70% хп Ричард против Алекса проигрывает. Ой, Ричард с Алексом проигрывает против Чингиза Саладина. Но в конечном итоге, как бы, Ричард нас просто перехилит. Ну, плюс еще, конечно, сказывается рандом от Александра и Чингиза. Будет ли канать экспертиза у Чингиза, как часто будет выстреливать Александр. Потому что в предыдущей дуэли, как бы, Александр выстреливал довольно часто. Здесь у нас просто лучше работает экспертиза. Вот и все. И не так часто нас бьет Алекс, потому что Алекс слишком рандомный командир. У меня были, допустим, такие дуэли, где до того, как у меня проканал нюка Чингиза, Алекс меня два раза уже нюком бил. А бывало такое, допустим, где Алекс бьет редко. Поэтому Алекс, в принципе, командир хороший, но он слишком рандомный. Ну, чтобы вы понимали, как работает, допустим, дуэль против Ричарда Чингиза. До 70%, опять же, повторюсь, мы ее выигрываем, дуэль. После 70 мы проигрываем. Даже с учетом того, что там два фуловых командира, а мой Саладин в 3-5 один. Если, к примеру, посадить Ричарда плюс Фридриха, это будет уже совсем жестко, потому что там будет два хила. Опять же, захилил вот 65 тысяч, предыдущий захилил 100 тысяч. Ну, тут как хил выпадет под Саладина. То есть, если Саладин успевает срезать, то лечение будет куда меньше.
легкораненых мы тут видим вообще 92 тысячи. Ну, их просто в два раза больше. Тут легкораненых 140. И тут 170. То есть 310 тысяч легкораненых. Этот одет похуже. Так что так. Всем, кто посмотрел, спасибо. Всем удачи.